Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогой батюшка, дорогие кирчи, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником, праздником Духа, так как начался Великий пост. А пост — это праздник, праздник души, потому что, когда мы много едим, много думаем о теле, заботимся о нем, обеспечиваем его, то душа уходит на второй план. А душа — это главное, что нам необходимо для нашего спасения. Вещь бессмертная, душа — это, собственно, относится к личности человека, к будущему веку. А тело, как мы в жизни не рекуем, гроба все же неминуемо пойдет в гроб. И будет... Заходите все сюда, заходите. Не стесняйтесь, заходите, заходите. Так вот, дорогие братья и сестры, пост — это великая радость и утешение. Помолиться, попоститься. Хотя, конечно, и для тела, и для нашей души, так скажем, расслабленной, тоже есть свои проблемы. Но мы выстраиваемся, мы настраиваемся на духовную волну, молимся, постимся, делаем поклоны, читаем Евангелие, читаем духовную литературу и готовимся к встрече Пасхи, готовимся к Царству Небесному. Пост — это радость. Я думаю, все это понимают, и это большое утешение. На первой неделе заканчивается, и сегодня мы в этот воскресный день совершаем по завершении Божественной Литургии чин православия, молебен с анафематствованием и с вечной памятью, с молитвами, освященными всем исповедникам, веру православную сохранившим и православие утвердившим. Православие – это то, что дал нам Господь, то, что наградил нас, дал нам свою церковь. Церковь – это корабль спасения, это тело Христово. Церковь, она является святой, соборной и апостольской. И мы – хранители этой церкви. В Псалтире говорится такие слова: «Крыле голубицы посребрения, между рами я обещание злато». Так вот, голубица символизирует церковь, а крылья у нее есть и междорамия. Междорамия – это то, что вот если есть вот окно, да, рама, а междорамия получается крест. Так у человека есть тело, но междорамия – это вот голова с позвоночником и плечи. Получается тоже крест. И вот междорамия – это святые отцы толкуют крещение, которое злато. Они говорят, что это крест Христов, это тело и кровь Христова, то есть святые тайны. То, что дал нам церковь, то, что незыблемо, непоколебимо, является святыней. А крыле голубини посребрены. То есть если святыня золотая, то крылья, которыми движется церковь, голубица – это церковь символизирует, они посребрены, то есть посеребрены. Это святые пророки, апостолы и все святые. То есть церковь движется трудами, так скажем, святых подвижников. И мы тоже призваны к тому, чтобы стать этими святыми героями церкви, подвижниками, мучениками, исповедниками, святителями, там, князьями, преподобными, кто в каком чине Господь даст. Кем бы мы ни были, мы должны держаться веры православной, хранить эту веру и умножать, и защищать от всяких ересей, расколов, нестроений. Конечно, не только церковь. Церковь, она соединяется и с государством, и с семьей, и с личностью. И поэтому все эти вещи, они освящаются церковью, освящаются Христом Богом нашим, Духом Святым, и являются для нас святыней. Поэтому мы всегда защищаем Отечество, защищаем свои семьи, святыни, храмы, обители, иконы святые. И душу свою положаем за Бога, за святыни, за други своя. И поэтому сегодня мы почитали тех великих мужей, начиная от апостолов, пророков, апостолов, от Константина Великого, который утвердил православную веру на Востоке, на Древнем, со своей бабой, матерью Еленой, других множество святителей, преподобных, которые во время семи Вселенских соборов, 14 поместных соборов и других испытаний церкви первых там 5-7, а то и там 10 веков, сохранили церковь в чистоте, православии, правоверии и благочестии. И, конечно же, мы почитаем нашего великого князя Владимира и великой княгини Ольги, тем более здесь вот в этом году совпало, я приехал к вам, а у вас здесь эти места начала Приморья, здесь истоки Приморья,
И, наверное, не зря наши предки назвали эти места в честь этих великих мужей и жен, то есть бабушка Ольга и внук ее Владимир, которые вначале явились основанием для русской церкви, для русской веры. Конечно, был здесь апостол Андрей, были другие угодники Божии. Мы чтим наших русских святителей, князей, преподобных, всех великих святых, которых великое множество, тысячи, может быть, сотни тысяч, может быть, миллионы, кто-то известные, кто-то неведомые. Мы всех их уважаем, сегодня пели им вечную память, то есть, в смысле, мы их помним всегда и будем помнить. Но, конечно же, они святые, мы им молимся, мы их почитаем. Сегодня мы также, кстати, в Евангелии как сказано, что если в сегодняшнем Евангелии, если согрешит против тебя ближний твой, то скажи ему наедине, что он не прав. И аще послушает тебя, приобрел ли себе брата твоего. Если брат твой не послушает тебя, скажи двум или трем свидетелям. Сказано, при двух-трех свидетелях станет вся глагол. Если их не послушает, скажи церкви. Если церковь прислушает, то есть не послушает, то будет тебе как язычникам и так. Вот так же и касается веры. Потому что бывают, конечно, дела житейские, которых вот надо рассуждать, разбираться. Потому что, когда мы живем родные, близкие, друзья, хочется жить мирно, согласно, в единомыслии. Когда какие-то бывают искушения, говоришь прямо человек, ты не прав там, или виноват я, покаяться. Ну, не находим правды. Свидетели находим, и с них находим. Идем в церковь, и церковь находит правильное решение. Потому что церковь, она хранительница святыни, хранительница истины. И она скажет, как Бог повелел, как святые отцы учат, как святая церковь учит. А церковь – это святыня. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. А что касается именно самой веры, то тут вообще страшное дело. Потому что если блудник, убийца, вор или какой-то нравственно согрешивший человек согрешит, то и умрет, может быть, как-то его и вымолить, ведь что-то он доброе делал, и вера, может быть, у него была, и, может быть, какая-то есть надежда на спасение. Но если умрет еретик, и даже раскольник, то такого человека невозможно вымолить, он отлучил себя от церкви. Потому что если блудник там, или какой-то грешник отлучает себя от церкви, не отлучает себя от церкви, а отлучает себя от благочестия, от правды Божией, но все-таки он верит во Христа и держится церкви, то как-то за него молиться можно, и есть какая-то надежда, хоть и слабый, как Господь его спасти. Но если человек отрекся от веры, или ну, даже, может быть, как-то ее хранит веру, но ушел в раскол, то, конечно, всех, кто... то такого человека не спасешь, потому что он себя отлучил именно от Церкви Христовой. Поэтому Церковь – это святыня, это спасительный корабль. Если взять, дорогие братья, корабль, и он плывет по морю, то, знаете, на корабле, на, как бы с обустроенном, можно доплыть до гавани спасения, до тихого пристанища, бухты спасения, через Житейское море. Житейское море – это такая притча. Житейское море – это море, это жизнь человека, человечества. Бухта спасения, бухта радости – это Царство Небесное. И поэтому, чтобы достигнуть его, надо много потрудиться. Море – бывает штиль, бывает солнечная погода, плывешь – и радость. Вот здесь, в Приморье, мы знаем, наверное, много моряков или морячек. И все, наверное, плавали на лодках, на кораблях. Когда же бывает шторм, сильный ветер противный, то просто страшно смотреть. А бывают еще и акулы, и холод, и много других бедствий, препятствий. На море не обопрешься, как апостол Петр по вере шоповал мне, а потом усомнился и стал утопать. Так вот, и море житейское, оно не постоянно, оно на него не обопрешься. А лишь на корабле спасения, в церкви, где все есть для спасения, кормчий корабля, Господь, ангелы-хранители, помощники и ангелы и святые. И кругом есть такая икона древняя, много ее изводов, и греческих, и русских, когда вот изображен корабль, на нем Христос стоит во главе, множество святых ангелов, и мы там живем, находимся, верующие церкви, а кругом еретики, раскольники, сектанты, блудники, соблазнители, и они со всех сторон соблазняют церковь. И вот нам надо, потому что вплавь одному
или на маленькой какой-то шлюпке не доплывешь, сильный противный ветер, буря перевернет, морские звери, пираты, холод, голод и так далее. Ну, лишь на корабле спасения. А достигнуть надо. Время короткое, и цель христианской жизни – достигнуть Царства Небесное. Потому что все эти временные утешения, они лишь временные, они соблазнительные и ненадежные. Так вот, дорогие братья и сестры, Церковь любит людей, и она дала все для спасения. Господь через Церковь дал все нам нужное для спасения, дал нам и себя, Христа, Бога нашего, и дал нам Церковь, дал нам таинство церковное для спасения, для утешения, для оздоровления, для освящения. Дал нам епископа, священников, диаконов, священнослужителей, церковнослужителей, чтобы они помогали, как бы вот церковь врачебница, пришли бы Иисус во врачебницу, да не исцеленные отойдите. То есть выйдите из нее уже оздоровленные, живые, здоровые. А бывает, в больницу человек приходит, еще более больным становится. Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы должны не грешить и больше грехи набирать. Можем освященники грешить, и миряне грешить, а должны, наоборот, исцеляться. Здесь все есть для спасения. В церкви, церковь – это таинственный организм. Не то, что вот храм. Храм – это не церковь. Храм – это храмина, хоромы, здание. Ну вот. А церковь – это собрание людей во Христе. Глава – Христос, мы же части от части. Поэтому, говорят, храм – подразумевает здание, где находится собрание церковное. Говорят, церковь или собор. То есть это собрание людей во Христе или соборная церковь. Ну, суть это как бы одно, но разделение есть. Так вот, мы в церкви приобщаемся таинств и получаем спасение. И готовимся к Царству Небесному. Врата адова. Врата адова разверзли, открыты, Господь воскрес. И открыл нам еще врата райские. И все, кто верует, живет по вере, те попадают в Царство Небесное. Но, дорогие братья и сестры, есть и отступники, еретики, раскольники, блудники, как я говорил, и грешники. И вот они отлучаются от церкви. Но, и причем те, которые именно неправы веруют, которые грешат тяжко против церкви, против Духа Святаго, против правильной веры, против Матери Божией, против... Вот мы сегодня перечисляли их, тех церковь анафематствует. Поясню для тех, кто не понимает. Анафематствование – это не какое-то злобное проклятие. Нет. Анафематство – это просто отлучение человека от церкви, который уже сам не любит церковь, хулит ее, извращает, соблазняет других. И такого человека церковь ставит на свое место, говорит, что тебе здесь нехорошо находиться, выйди из церкви, ты не уважаешь церковь, ты не любишь церковь. Ты хулишь церковь, ты соблазняешь других, поэтому недостоин здесь находиться. Вот, допустим, берем мы яблоко, хотим его скушать, или картошку, там какой-то овощ, фрукт. И мы смотрим, здоровый Богом сданный фрукт. Да? Мы, может быть, копали, там, поливали, но Господь все равно растил. Так вот, смотрим, там что-то гнилое. Нам жалко, что это гнилое есть. Мы его вырезаем, выбрасываем. Хотя и жалко, потому что могли было бы быть здоровым, да, часть яблока, допустим. Также и человек. Когда грешит, также сообщество человеческое, часть людей соблазняется, отпадает и впадает в какое-либо заблуждение. Поэтому приходится их отлучать. То есть анафема – это отлучение человека от благодати Божией, от церкви, от тайн церковных, от причастия. И мы, церковь, она святая, в ней не может быть никакой ереси, заблуждения и тьмы. И мы должны хранить эту чистоту и не приобщаться никакой тьмы. Вот, поэтому анафематствование – это не зло, анафематствование – это доброе отношение Бога, церкви и священнослужителей, которые отлучают еретиков, доброе отношение к этим еретикам. Потому что когда они находятся в церкви и входят в нее, они сами оскверняются, еще больше грехов набирают. А когда участвуют в таинствах, то сказано, человек, который недостойно причащается, тем более без веры, он в суд и в осуждение причащается. Поэтому мы не должны допускать ни в храмы, тем более к таинствам людей нечестивых, людей неправо верующих и хулящих Христа, церковь и заблуждения распространяющих. Поэтому вот такое вот, просто в миру сложилось такое мнение, что якобы анафема – это какое-то зло. Нет, анафема – это просто разделение как вот доброго от злого, правды от истины, любви от бесовской ненависти. Поэтому, кто хочет жить Богом,
держаться Бога, то должен ходить в церковь, правильно исповедовать Христа и там уже работать над своими нравственными недостатками, страстями, пороками, грехами. Это уже следующий этап. Но главное – правая вера, которую мы храним, держимся и исповедуем всеми своими силами. Поэтому всех вас поздравляю с православием. Рад, что все мы постимся. Прошли первую неделю Великого Поста, достаточно тяжелую, вторую твердую. Первые дни христиане, первые века, да и, ну, в общем, пять дней никто ничего не ел. На шестой, в субботу, обычно, Иоанн Златоуст говорит, все причащались. Потому что первые пять дней, ну и первую половину субботы никто не ел, лишь после литургии все, ну, во время литургии все причащались и после разговляли. Такая была практика. Но сейчас в некоторых монастырях день, там два, ну не только в монастырях, некоторые христиане несколько дней попостятся, потому что веры мало, решимости не хватает, и поэтому духовное ослабление не хватает и физических сил. Но я думаю, все равно нам надо стараться подвязаться. Чем крепче, лучше запряжем, тем лучше поедем. Поэтому дай Бог вам и оставшиеся дни поста благоговейно жить, трудиться. Если кого перед тем не каялся, был день прощенного воскресенья, прошу от всей души меня простить, перед тем делом, словом, помышлением. Может, редко приезжаю сюда, плохо забочусь о своем уделе, который мне, ну, верил Господь в поселке Ольга, Тимофеевка там и других. Поэтому мне хотелось бы побольше бывать. Вот сейчас мы приехали не только с богослужебной миссией, но и открываем в музее, кто не знает, завтра будет час дня открытия выставки. Всех приглашаю в музее в нашем. А в школе будет где-то в 3 часа. 3 часа, правильно? В 3 часа будет такое краеведческое мероприятие, посвященное истории вашей Ольги, основание, начало христианской миссии и заселения русских на этом месте. Действительно член Всероссийского географического, раньше называлось еще императорской, географического общества Лариса Васильевна Колодей будет рассказывать вот о вашем святом месте, с которого началась Приморье, жизнь русских здесь и духовная жизнь в том числе. В нашей школе. Приходите в 3 часа. Вот. Поэтому всех приглашаю в час в музее и в 3 часа здесь. Всех вот любителей православия, любителей истории российской. И, ну, в школе, да. Храни вас Господь, Матерь Божия. Всех поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Батюшку благодарю за труды. Воскресная школа действует, да? Слава Богу. И школьники наши вот участвовали в конкурсе «Лира добра», такой замечательный тоже конкурс, и много других. В общем, мы потихонечку начинаем об Ольге больше и больше печься. Так что дай Бог, чтобы возрождалась Ольга, благочестие, здесь вера, и к людям к вере приходили. Храни вас Господь. Выслушайте благодарственные молитвы после того, как...